Вот что, мои дорогие лохматики, мы кончили с вами урок математики. Теперь же приступим к учению о меде, о роли его и значении в природе. Вот я на доске начерчу насекомое. Наверное, всем вам отлично знакомое. Сейчас дорисую второе крыло ему. Готово. Топтыгин, кто это, по-твоему? По-моему, это... Чего? Стрекоза. А ты не подсказывай. Это коза. Коза? Ну тогда бы была безусопана. А крылья? Откуда же крылья у зверя? Глухарь тетеря. Что? Здесь нарисовано Михаила Потапыч глухая тетеря. Садись, чепуха, никуда не годится. Единица. Мишуткин? Ну что ж, отвечай, если знаешь. Что здесь нарисовано? Как ты считаешь? На этой доске нарисовано мелом. Начерчено мелом чего-то живое. Усы с головой, с ногами и с телом. Отлично, но только зачем торопиться? На крылышках нету ни перьев, ни пуха. Ни пуха. Муха, поэтому это не птица, а маленький жук под названием муха. Неверно, лохматики. Это пчела. Она в постоянных трудах пребывает. Медвежьему племени мед добывает. Ребята, смотрите, это пчела. Душистую сладость пчела медоноска заботливо прячет в ячейке из воска. И надобно много уменья и хитрости, чтоб дружбу храня с медоносным народом, из улья его содержимое вытрясти. И вкусно-привкусно позавтракать медом. А если навалишься грубо на улей, пчела обязательно больно ужалит, вопьется в тебя ядовитую пулей и... Что это? Где же они? Все убежали? Скорей, за ней! Сюда!
да. Вот это да. Детки, продолжим беседу о меде, о роли его и значении в природе. Вы видите здесь, на доске, насекомое. Наверное, всем вам... Очень знакомое. Ни птицу, ни рыбу, ни млекопитающее, а так называемое... Больно кусающее. Вам не пошло ученье впрок, и вы наказаны жестоко. И это нам, друзья, урок. Вперед не убегать с урока. Вперед не убегать с урока.